Доброго всем утра. Сегодня у нас 20 января 2024 года. Дина, подъем. Идем, как будто наши собаки. Выползай из норки. Выползай. Лисись. Иди, тепленькая, по тягушке. Ой, тянется, скажи, тянусь. Давай, как то лапки будут мерзнуть. Кушай, выбирай. Ешь, давай. Наедайся. Так, ну а я что пока? Ешь. Наедайся. Посмотрим заодно погоду. Руки мерзнут. Значит, погода, наверное, ниже 25. Руки начинают мерзнуть. Да, 31. 31. Пойдемте насыпем птичками. Да, потом здесь все уберу. А, прилетел. Кто там спалил меня? А, эти. Синичка спалила. Все, вон они прилетают. Кто самый первый, тот и молодец. Да? Кто самый первый, тот и ест. Специальный корм, универсальный для птиц. Тоже. Так, это все я уберу. А вон они поприлетели уже. Вот. Вон они собираются на заборе. Вверху. Дим. Доча кушает. Кушает. Съедай давай все. Подогрет. Ешь? Кушай. Съедай давай. Все съедай. Так, мусор. Потом вынесу. Штуки поставлю. И вынесу. Так, идем домой. Так, простояло у нас мясо в рукаве. Получается. Больше 2 часов. Вытаскивать. Здесь уже все готово. А как надо? Здесь, думаю, все уже ясно и понятно. Потому что свинина, картошка хорошо готовится. Так вот она у нас выглядит. Маска. Буду нарезать.
Не вязать, а накладывать. Так. Сразу пар. Сколько жира тут понатопилось? Натопилось жира там много. Так. Маленько подостынет. Мама говорит, не хочу. Такая говорит, не хочу кушать. Ну, ложу с отцом, пойдем. Так. Пропарилась. Картошку проверим. Картошка тоже готова. Нет, все-таки пусть еще поставит. Пусть поставит еще. Тогда в открытой пусть стоит. Запекается. Еще пусть стоит. Да все спешка, мама, быстрее, что и вечно. Пусть стоит, запекается, короче. Еще нормально. Вечно спешки, сериалы, все прочее ставлю на огонь. Пусть запекается еще. Так, я попереворачивал. Поставил еще. Картошечки. Мяско. Жиру-то сколько натопилось. Жруть мать муща. Так. Отцу. Тебе подлить жиром? Я ложку приготовлю. Сейчас. Давай ложку. Ага, подожди. Блин. О, такая красота получается. Так, пусть пока стоит. Это жир. А что нету тут? Вода. Так это жир. Ну ты полей лучше. Давай полей. Еще. Сделаю. Ешь. Так. Жирно. Сейчас я разытываю картошечку. Разминай. Нормально будет. Мягкая картошка. Картошка мягкая. Будем кушать. Вообще. Садимся, покушаем.
надо, время обеда уже. 12 часов. По косточке. Осторожно, горячо. Солядницу нормально, соли. Куда ты солишь, она влагу же держит соль. Так ты разомни картошку, картошка не соленая. Я специально не солил картошку, мясо соленое, потому что я сейчас картошку попробовал. Она соленая. Это соленая. Да. Практически стояла 3 часа в духовке. Готовое мясо. Получается 2.15 на рукаве стояло. Потом еще 40 минут открытое. Сушилась? Ну, конечно. Куда? Это свинина. Вкуснятина. Свининка. Как тушенка получила. Вкус мяса другой. Косточка. Ну, потому что пропарилась. И лучше дело. Там разгневалось.
спрашивает. Это положит одно. Ну, я сейчас будет предложу. Да косточка попалась. Не надо, не откладывай гуськи. Маленькие. Да. Не надо. Там же есть что кушать у нее. Этого нету. Приду, она опять обнюхивать будет. Хорошо. Ну, как парился, ну, отлично. Кости мягкие. Переложить в этом, в сковородку. Вместе с жиром перекладывать, да, отец? Конечно. Ну, ладно. Сейчас я переложу. Эти не взяли. Редки. Ой. Ну. Да. Потомилось. А я что, что соли не добавлял? Нормально. По идее нормально. Хорошо получилось. Селедку тогда унести, наверное. Доли тоже. Беру. Вкусненько, вкусненько. Сейчас сюда. Нормально. Вкуснота. Ну, маленький. Я хожу по ухе. Ну что тогда? Всем приятного аппетита. Вкусняшек, вкусняшек. Ага. А, какие зажаристые, вкусные. О, она мягкая. Нет, она мягкая, она не просто... Она не засушенная, она мягкая. Подожди, подожди. Да какие красивые. Притушилась. Берешь и все в руке. Косточка эта. Косточка
себя сок отдала. Вот. Возьми, даже возьми, что ты так чуть-чуть. Вот. Мясо, да? Так, картошку пока сейчас переложу сюда, в эту. Ты да. Как в лесу эти? Точно вместе? А мы разбойники, разбойники. Точно вместе с жиром, да? Точно вместе с жиром. Ну это там какой жир, это то, что заморозка была, все повыгнало, это соус. Так, сразу пакет выкину. А, сколько много здесь. Да заморозки-то не было. Горячий. Все. Нормально. Нормально тут ничего. А то может мама. Пойдет сразу убрать с собой. Ничего. Не было, чтобы чисто было. Что мне нравится, так это противень чистый. Да ты сейчас не убирайся, надо спросить ее. Да она, ну, надо, может, она, станет, она, пускай горячая. Она положит, оно вон там и будет стоять на этом. У меня пока на виду марафет. Сейчас уберу все. Так, протрем. Пока горячая сейчас все равно придет. Не хочу, не поела. Ладно, с вами были мы. Всем вкусняшек, отличного настроения. Я пока все помою, уберу. Всем пока-пока. Пока-пока.